Вот, честно говоря, это немного приводит в замешательство, потому что что, Конституция в России достаточно хорошая. Действительно, она демократическая, либеральная, социальная. То есть, по сути, с такой Конституцией совершенно спокойно можно жить. В последнее время Государственная Дума приняла ряд весьма спорных законопроектов. Поэтому, конечно, лучше бы, чтобы текущий состав Государственной Думы российскую Конституцию не трогал.